Всем привет! Сегодня забрала первую партию своих цветочков. Заказывала ВКонтакте у Лили. И вот что вам хочу показать, рассказать. Значит, начнем вот с этого дендробиума. Вы знаете, он пришел в мхе. Вот это весь его мох. Куча мха. Значит, когда я убрала мох, корней оказалось совсем чуть-чуть, но они есть. И он просто развалился. Вот эти все веточки, они все по одному. Это как бы не один кустик, а их тут штук 15. Я еле-еле его посадила, хотела в маленький горшочек, но он просто не вмещается. Почему? Не по количеству корней, а по количеству ростиков. Почему я его заказала? Я же решила для себя больше, ну, постараться удержаться, не покупать больше орхидеи, растить, которые есть. Но я не смогла устоять. У него варигатные листочки. Очень-очень красивые. И даже был один цветочек на нем. Мелкие цветочки, но вот он засох. Здесь есть еще. Так, где? Вот он. Вон цветоносик, но он засох. Значит, варигатных листочков очень мало. Почему? Потому что я думаю, что он не рос на солнышке. Заметила, когда чтобы были яркие варигатные листочки, нужно, чтобы растение стояло на солнышке, на хорошем освещении. Ну так вот, я его вот так посадила. Не поверите, полтора часа мучилась, не знала, как посадить. Вываливаются. Держаться не хотят, корешков совсем мало. Но у меня такое ощущение, что в один большой горшок засунули просто там, допустим, 15 вот таких вот ростиков. Ну, надеюсь, что он отойдет. Горшок огромный. Неудобно, конечно, что огромный горшок, но ничего не поделать. Вот такое вот растение. Посадила. Там внизу крупная-крупная кора, а сверху, ну, на чуть треть горшочка засыпала серамисом. Ну, не знаю, посмотрим, что получится из этого чуда. Конечно, не ожидала. Думала, более компактная, но он со всех сторон вылазит. Ну, сделала вот такую штучку, поставила опору. Не знаю, обязательно вам буду про него показывать, самое очень интересно. Что же будет? А, название его я напишу в названии ролика. Как он называется? Ну, вот такой. Я, если честно, немного расстроена. Расстроена, что варигатных листочков очень мало. Или здесь вообще разные кустики, не знаю. И что он просто развалился у меня в руках. Ну, видимо, его перед отправкой просто посадили в мох, потому что не было корешков, врастающих в мох. Значит, следующий у меня вот такой вот красавец. Сейчас я вам покажу его название. Вот он, психопсис Марипоса Альба. В нем очень много хороших корешочков. Он тоже пришел в амхе. И что меня порадовало, есть молодой ростик. Так, вот он. Это мой первый. У меня еще будет. Я еще заказала. Этот цветет желтенькими цветочками. Ну, вроде бы все хорошо с ним. Посадила тоже в серамис. Ну, посмотрим.
Очень интересно, но то, что новый ростик, это вообще супер, отлично. Значит, он быстро адаптируется к моим условиям. Еще у меня не одно, не два, а еще примерно около 12-13 растений в заказах. Ну, ждем. Всем пока, до скорых встреч!